Иногда бывает так, что в один салат заправка, там ягодная, входит 20 грамм, а в другой салат 30 грамм. Или куриное филе. В один салат входит 30, в другое блюдо 40, а в горячее, допустим, 90. Так вот, когда вы в матрицу вставите граммульки, очень удобно причесать все меню, подогнать, где-то пускай на несколько рублей в ущерб себе, а где-то в ущерб гостю, чтобы граммы были одинаковыми. То есть, если в салат «Цезарь» идет 30 грамм куриного филе, то, к примеру, в салат с курицей и тыквой тоже 30 грамм куриного филе. И в пиццу с курицей тоже 30, не 25 и не 40. И в пасту с курицей пусть идет, допустим, тогда 60 грамм. Двакратно это филе. Как вы думаете, для чего это нужно? Чтобы микс салата у вас в каждый уж салат шел одинаковый. Чтобы, к примеру, если у вас в микс салат идет 30 грамм, то под гарнировкой к горячему пусть он будет 15, а не 10 там и не 20. Почему это важно? Если у вас порция, к примеру, сырных палочек 4 штуки, а вы делаете еще какое-то блюдо, и они там идут на гарнир, ну и нам Елена уже ответила, да, для одинаковых заготовок. Фишка в том, что если вы посмотрите, как работают повара, они во время запара достают эту куриную грудку, начинают от нее отрезать этими руками, мясными, доски, нож, ужас. Дай бог кидать на весы, а то и на глаз. На глаз уже, потому что запара, какие весы. И точно так же они поступают с заправками и со всем остальным. Так вот, если вы унифицируете количество, которое идет в блюдо, то повар с утра нарезает куриное филе, и вы подбираете, ну можно всякие приносить из дома пластиковые ложки, я видела вот у Додо Пицца, прикольно, у них пластиковые стаканчики, они покупили разные, и они поняли, под какой продукт им подходит. То есть, к примеру, и в этом курином филе стоит этот пластиковый стаканчик, или картонный, или вот эта ложка из детского питания. И все знают, что одна ложка из этого детского питания, или спортивного питания, наверняка же кто-то ест спортивные смеси. Если с верхом, то это будет как раз 30 грамм куриного филе. И все, во время запары можно работать без весов. И гости всегда будут получать блюда одинакового качества, а не так, что сегодня там много мяса, а сегодня там мало мяса. Потому что идет унификация, и поварам так проще, быстрее работать.